Всем привет! И в этом видео я вам расскажу, куда пропал Алекондро. Алекондро – это блогер на YouTube, снимавший сериал «Алик и его странная семейка». Канал был успешным, и видео набирали миллионы просмотров. Канал был создан в России в 2020 году, но с момента последнего видео на канале прошло более 2 лет. Многие блогеры, в том числе Дауни, снимали видео с теориями о его пропаже, но я нашел ответ, куда он пропал. Недавно я нашел YouTube-канал Алекондро 2.0, где автор канала говорит, что вернулся. Возможно, это и есть Алекондро. На канале есть видео, где есть фотографии Алика, которые он не показывал на YouTube-канале. Я решил найти их по поиску по картинке и нашел страницу Алика во ВКонтакте. Алик иногда выкладывает посты с фотографиями на странице. Скорее всего, Алику надоело быть ютубером, и он решил сменить деятельность. Сейчас Алик во ВКонтакте иногда выкладывает посты и часто заходит на страницу. Всем пока!